Всем привет! Вы на канале Лапочка Дочка. Сегодня мы снимаем видеоролики по рассадку. Всем привет! Сегодня мы с Сашенькой будем разукрашивать вот такую лошадку. Называется заколдованная лошадка. Ну что, открываем? Потому что она с фломастерами, да? Да, с фломастерами. Открой, мама, а то тут... У нас в наборе вот такая лошадка, заколдованная, и четыре фломастера. Классный, золотый, зеленый и синий, да? Угу. Да, мы с тобой сейчас решим, какими цветами будем разукрашивать нашу лошадку. Белым цветом, классным, давай. Красный, ну бери красный. Мы этим разукрасим, давай. Ну, хвостик. Ну, разукрашивай хвостик. А я, пожалуй, возьму синий цвет. Так, теперь я возьму зеленый. Мама. Да, зайка. Она почти весь хвостик классный. А ты смотри сама, как тебе будет удобно. А теперь мне нужно чуть-чуть синего. Где этот классный колпачок? Вот колпачок, твой, держи. Дело в том, что вот эти раскраски, именно тканевые, они сейчас очень актуальны стали. Очень нравятся деткам. Потому как обычные раскраски на бумаге уже, наверное, неинтересны. Да. Потому как здесь ребенок сам может... потрогать иное изделие, да. И детям очень-очень нравится разукрашивать. Такие игрушки, да? Да, такие игрушки. Можно поиграть потом с этой игрушкой. Вот, самому раскрасить. То есть ребенок развивает свое мышление, творческие способности. И ум. И ум, конечно. Сашуль, а ты расскажешь нам стихотворение про лошадку? Конечно. Я люблю свою лошадку, пятисуей соску гладко, лебедком переглажу хвостик и верхом поеду в гости. Умничка, молодчик. И давай дальше будем с тобой разукрашивать. Вот такая у нас Сашенька получилась интересная лошадка. Яркая, необычная. Ну, Саша, давай покажем. Вот какая лошадочка у нас. Давай я с другой стороны, давай. Держи свою лошадку. Если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Лапочка Дочка. Всем пока! Пока-пока всем!